Первая волна субботников прошла 22 апреля. В ней приняли участие около 2000 человек. Значит, были убраны дворовые территории у управляющих компаний, также зеленые зоны. И, значит, на полигон было принято около 100 тонн мусора. 22 апреля полигон принимал мусор бесплатно. Значит, все желающие могли сдать его без оплаты. Значит, вторая волна у нас будет, это будет проводиться 29 апреля, в день Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Значит, уже сейчас по предварительным данным заявилось около 7 тысяч человек. Будут площадки убираться, это парки, скверы, сады и, значит, дворовые территории. Кроме того, по, значит, вопросам предоставления инвентаря, те желающие, которые, значит, проживают в домах, могут обратиться в свои управляющие компании, а кто хочет поприбираться на территориях, в парках, скверах, то есть на общественных пространствах, могут обращаться в отдел благоустройства 72 15 34 за инвентарем, за предоставлением инвентаря, и также по определению места уборки. 29 числа у нас также будет мусор приниматься на полигон ТБО бесплатно. Значит, все желающие могут его сдать. Единственное условие – это должен быть смет, мусор и, значит, ветки, например, допустим, после уборки именно территории. Полигон будет работать с 6 утра до 20 часов вечера. Управляющие компании будут вывозить мусор со своих дворовых территорий, там, где будут проводиться субботники, а с территории, так скажем, общего пользования будет вывозиться подрядной организацией.